Друзья, всем здрасте, ютуберам. Значит, в продаже будут тушки гуся. Гусятина будет. Скоро будем вырубывать гусей и тушками продавать. Получается килограмм 100 гривен. Ну, тушка. Тушка с потрохом. Сами по себе гуси выросли у нас на горохе. Немного пшеничных отходов и на траве. А это уже решили сейчас туда-сюда и будем их пускать на харакири. Поэтому кому надо, я номер оставлю, заказывайте. Номер будет телефона не именно мой. Номер я оставлю жены, ей конкретно, кому там тушку гусенка, ну гуся. Закажете, кому интересно. 100 гривен килограмм. Ну, я думаю, это больше тех, кто, наверное, местный. Эти уже пустынки хорошие. Это выпустил, буду убирать у них. Потому что, когда они там, убрать невозможно. Они выросли, им уже и так там места мало. Там получается где-то комнатка 1,70 м на 2 м. Где-то так, в чистоте внутри. Поэтому, ну, сильно выросли. Уже хорошие такие подсвинки. Вот свинка, которую думал оставлять на свиноматку. И посмотрим этих. Эти у нас. Давай сюда. Корм уже у них постоянно есть. В кормушке. Корма валом. Поносов нету. Вообще четко пролетели без поносов именно. О, Самашка, наверное, не узнает, что это ее дети. Ну, может, станет нам вряд ли. Машулечка у нас в порядке. Крупненькая. Давайте отсюда. Давай. Давай. Побрывайте. Мне сейчас тут все на свете. Давай, давай. Тоже. Вали. Так что по... Петренчиком нашим прошли без поносов. Я убираю тут 2-3 дня один раз. Контролирую, наблюдаю. Маша! Ох ты ж, зараза! Ктугу! Надо укреплять. Надо уже... Да! Короста именно. Повырываешь мне тут все эти. За гулдышки. Так, а вам что? Дети, давайте тоже сюда. Сейчас мы Машке зерноотходы и гороховые, и пшеничные. Машка тоже 2 кружки литровых с утра, бывает 3. И так само 2 вечером. Это я и так дал, чтобы не прыгала на клетку. Она... Сильно она у нас выросла. Далеко за 300 килограмм Машулечка у нас. Сейчас я даже попробую вот сравнить, чтобы я стоял, и может будет видно, какая она стала. Ну, все, Машка. Это Машка, друзья, у нас та, грубо говоря, та, которая открывала канал на YouTube. Да, Машка? Маша у нас в оплате, даже не знаю сколько.
Ну, крупная. Крупная сама по себе свиноматка хорошая. Вот эти вот мои деревянные досточки с поддонов, которые раньше служили нормально, сейчас уже для таких свиней, как Машка, очень-очень слабенько получается. Слабо и опасно. И буду ей опять ставить сюда перемычку для поросят. У нее опорос должен быть, по-моему, или конец ноября, или в декабре. В ноябре. Да, Машка, в ноябре. Когда, Машуля? Машка все равно больше смакует КБ и Ландраса, такое что-то. Я четко породу ее не знаю, но я знаю, у кого брал. Он мне говорил, что КБ есть. Ну, я думаю, Ландрас. У нее вот есть что-то типа как F1. Ну, а там кто его знает, может, ошибаюсь. О, куда, дорогая? Не, тебя потом уже не загонишь. С тобой уже потом я не справлюсь. И вот она сюда прыгает, и все, надо усилить нормальной доской. Так что по этим всем, именно поросяткам, отлично все. Вот получается предстарт в гранулке со стартом. Перемешиваю и таким образом пойдем им давать. Пачка. Я им тоже так по пару кошечков насыпаю. Смотрю, съели. А, еще потом засыпаю. А. Идите. Получается, при отъеме мы от них забрали не поросят от свиноматки, а свиноматку от поросят. Думаю, чтобы меньше стресса, им тут пока место, там она полы подорвала, надо ремонтировать. Пару досок вырвала, поремонтирую, потом сюда рыжку, а этих в другой сарай. Ну и вот так несколько дней я делаю, типа. Они вроде бы и пьют, а ну. Итак. Давай. А если я им сейчас буду насыпать, сколько они хотят, сколько будут съесть, начнет, может начаться переедание или понос, или еще что-то, то есть с желудком какие-то проблемы. Лучше так постепенно, по чуть-чуть, чтобы они не переедали. Они больше кипиш садят, чем на самом деле там хотят его есть. Сейчас успокоится, 2-3 минуты пройдет, оно будет в корыте стоять, они будут бегать. Там еще не все пришли. Да? Поэтому вот так, пускай едят, все хорошо. Эти поросяты, они уже за 30 килограмм, поэтому корм у них уже гровот. Перешли на гровот. Насыпаю, ну где-то в день хватает вот такого ведра сейчас, на 9 штук. Я уже примерно норму их не знаю. И сегодня немного задержался. Сейчас будет драка, поэтому
уже все, перешли на гровер. Стартанули хорошо, все нормально. Поэтому как бы по ним вопросов тоже особо нет. А где у нас, ну, а, ну просто маленькая забилась там. Тоже я выйду. Чтобы они не боялись. Ну, сильно они не голодные, но такой, чтобы драки нету за еду. Вон и кнопа. Ну, сколько килограмм в одной кучке, я даже не знаю. Ну, килограмма 4-5 где-то так, да? Ну, 4-5. Кому надо будет, заказывайте, начнем потихоньку. Ну, не так просто, что начнем, а под заказ. Одного, конечно, себе тоже сразу начнем их вырубывать. Одного себе в духовочку. Тоже видео сниму, как будем запекать в духовке. А так, кому надо, именно гуси домашнего происхождения, пожалуйста, звоните, заказывайте. Друзья, ну килограмм по 5. Мимас, 16 ноября будет 60 дней. Вот я этих поросят хочу именно взвесить 60 дней и взвесим 90 дней, если подниму. Ну а там будем уже смотреть. Ох ты ж уже, барбоски, барбоски. Потому что я помню, купляшку мы искусственно покрыли 15 сентября, а 16 эти свинья поросилась, эти родились, поэтому и будет 16 ноября 60 дней. И взвесим, узнаем, какой будет вес. 60 или 90, ради интереса. Ради интереса, а? Ради интереса. Ради интереса. У целухи. Я им вешаю не цепок, а ремень он с прадика повесил. Тот, что снял генератора с помпой. И они зубы целые, играются ремнем нормально. Они уже полноценно на стартику у нас, поэтому... Кто-то спрашивал, сколько в Боре примерно веса. А то он бегает с этими, допустим, там, с свинками и не могут понять. Ну, сейчас попробую поднять. Стой! Боря! Борька! Давай сюда. Ты ж вот, да. Ну, килограмм, не знаю, но тяжелее, чем мешок цементов. Килограмм 80, может 70. Кстати, Боря тоже сильно полюбляет предстарт и стартик. Но самое больше предстарт. Вот это даю поросятам, и ему всегда перепадает. Да? Можно. Боря, иди. Боря. Хорош, хорош.
Ну вот видите, уже все понаедали. В корыте еще есть. Сейчас. Корыто поставлю сюда. А корм весь высыплю. Эти тоже, кстати, без, пока без поноса. Я думаю, дальше увидим, но сейчас без поноса. Здесь мы хотим, туда посадим рыжку. Где рыжка сидит у нас? У нее скоро порос. Сюда рыжка, это будет отделение для рыжки, для поросят. А туда, где рыжка вот этих четырех, которые в маленьком сарайчику, чтобы вырастали уже. А туда, где эти четверо были, этих всех посадим маленьких. Ну и так будем переходить, перебегать. Купил 4 дерева сегодня. Купил яблоко, грушу одну. Белый налив один. И 2 черешни. Сейчас буду садить, а то пишут, что мало деревьев у меня. Дело в том, что тут у меня не предугадаешь, где их садить. И если садить в том где-то районе, вот к примеру в том районе садить, там же опять или навес планируется, или... Ну, склад, я думаю, для зерна там будет, судя по всему, на той территории, сразу с дороги, ангар для зерна. А здесь какой-то, может, будет еще сарай для откорма, но это как бы план. То есть тут садить нигде нельзя. Тут что-то будет строиться. За сараем можно посадить, там у меня груша есть, можно за сараем яблоню, грушу посадить. А вот это 2 черешни и белый налив. Наверное, вот 2 душа посажу, белый налив. Ну, а 2 черешни будем искать. Оно же тут негде, вроде бы и места много, а все там то построить, там то, там навес, там весовая еще будет. То есть вот такое оно нигде не посадишь. Ну, сейчас где-то посадим, да, Боря? Где-то будем садить. И будем через год уже будем употреблять и мы, поросята, белый налив. Все, друзья, всем пока.